Ты видишь, какая картина Иисуса. Брамантино, 1490 год. Очень здорово организован музей. Более понятно, чем в Дель Прадо. Более понятно расположение залов, и он не такой запутанный. Мы начали с самого начала, потому что в Дель Прадо было очень сложно. Можно было запутаться и многое потерять. Здесь мы идем по порядку. И вот такой гобелен. Обалденный гобелен. Обычно такие гобелены делали в Бельгии. Боже, класс! Здесь уже 16 век, фра Бартоломео. Эта картина очень известная. В общем, Дева Мария с Иисусом и с Иоанном Крестителем. Его все рисовали. Их, вернее, Джованни Беллини. С младенцем, конечно, картин очень много. Картина Тициана, 16 век, это дож Франческо Виньер. И даже есть картина Бронзино, вот она, тоже 16 век, Святой Себастьян. Вот еще одна интерпретация Давида с головой Голиафа, автор Валентин де Булонь, уже с начала 17 века. Много их тоже, этих картин с головой Голиафа. Очень здорово. Боже, а это что за картина такая чудесная с Иисусом? Хосе де Рибера. Класс. А это кто? У нас, конечно же, святой Иероним. Хосе де Рибера. Обалдеть. Много святых иеронимов мы видели, но это очень реалистично нарисовано. Не знаю этого художника Бергхейде, но замок Бенинхоф в Гааге, я его знаю. Я там был. Обалдеть. Картина уже конец 17 века. Круто. Здесь несколько залов фламандских и голландских художников. В Утрехте вот я видел этот чарч Святой Марии. Обалдеть. Тоже вот Бергхейде. Это цветочный рынок в Амстердаме. Боже, как здорово. И вот нашли автопортрет Рембрандта. Много я их тоже пересмотрел. Здесь вот это датирует 1642-43 годом. Автор портрет Рембрандта. Такие вот даже есть здесь шедевры. Николя Майес тоже 17 век. Фламандская, голландская живопись здесь представлена и портретами, и пейзажами. Фердинанд Боль, не знаю, кто это, молодой человек в шляпе. Очень удобный музей, нереально удобный. Ну и, конечно же, портрет Рембрандта. Просто круто. Сколько у него фламандской школы, вот у него Ян Джозеф Ван Гоен, картины 17 век, обалдеть. И Рюс Дайл тоже 17 век. В Амстердаме их много было, в главном музее. Обалдеть. Ван Гоена много. Ну, какая у него крутая коллекция, конечно. Рюс Дайла и Ван Гоена. Ой, да, вот эти вот всякие наброски на коньках Рюс Дайла. Супер вообще.
Арт-мир тоже. Красивая коллекция фламандская.